Наверное, когда-то статистика бесстрастно зарегистрирует последних профессионалов стеклодувов. А пока? Пока без них не могут обойтись даже Олимпийские игры в Москве. Саранское объединение «Светотехника» выполняет специальный заказ Олимпиады-80. Александр Алексапкин, стеклодув, потомственный. Может быть, поэтому он в совершенстве овладел профессией за какие-то полгода. Пожалуй, в кипящих до поздней ночи олимпийских страстях никто и не вспомнит про Александра Алексапкина. Но новые рекорды будут рождаться при свете его ламп.